Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю прохождение за Карфаген игры Old World на карте, собственно, этого самого древнего мира, то есть это на Средиземноморье. Видите, вот Рим древний, тут у нас Греция. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появляется. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». И вот я как говорил в первой серии, что будут выходить постоянно обновления, вот уже не успел я пройти, уже вышло обновление, уже видно, что интерфейс города поменялся на другой. Особенно вот приятно, видно, сколько жителей у нас есть, сколько специалистов работает. Уровень недовольства, вот это, мне кажется, самое важное, чтобы не видно было. И какая религия в городе распространена, и распространена ли она вообще. И вот тут еще иконка для морских юнитов появилась, можно переключать. Так, давайте мы, наверное, Триремой уедем оттуда как раз. Так, в Картене достроили поселенца, вот его мы сразу сюда отправляем, причем вот так вот подальше, чтобы больше вот тут места захватить, и сразу ставим город. Так, давайте смотрите, сколько у нас. Раз, два, три, четыре дидонских. И раз, два, три. Ага, давайте магонидов, пожалуй, поставим. А, ну тут, видите, уже подписано 4 города, 3 города и 2 только у Барсид. Но мы 2 там будем Барсидам дальше немножко ставить, так что у них будет прилично городов. Нормально. Так. Тут мы суд построили. Вообще, я тут хочу сразу построить храм. Видите, тут я уже в Гипорегиусе построил, в Карфагене у меня храм. У меня надо 6 храмов построить. Это у меня задание. Блин. А почему вот в пустыне нифига не строится? Я не понимаю. Вот это как-то странно. Имхо. И что, храм... Мне придется какую-то из каменоломен, что ли, убирать. Давайте глянем, какая каменоломня приносит. 10, 11, 11. Специалисты. Ну, видимо, вот сюда надо храм ставить, к сожалению. Уже следующим ходом. Так, тут у нас... Тоже каменоломни давайте. О, у меня там железа не хватает. Ну да, куплю. Так, в Картене мы сделали поселенцы. Там где-то у меня еще поселенцы, по-моему, устроились. В Карфагене поселенец 5 ходов. В Зевесте 2 хода. Это вот я сюда буду оба этих поселенца вести. Ну, наверное, надо еще тогда поселенца делать. Потому что мне вот это надо все заселить в сторону Египта. Так что давайте... Так, в Гадесе мы сначала форум, потом архив. Сразу так делаем. И в Картене давайте поселенцы, раз 8 ходов строится. Так, я так посмотрел, что мы из чудес на самом деле можем только Айю Софию построить. Потому что Гранд Базар требует не только легендар. А, блин, мы не можем Айю Софию, потому что это легендарочка требуется. А у нас тут еще даже не близко, тут стронг только. Блин, ладно, придется рядом с Карфагеном. Просто все остальные чудеса требуют, чтобы рядом с центром города. Значит, вот здесь придется поставить в Карфагене. А если мы там можем у Карфагена ставить,
Просто я хочу как бы начать уже ресурсы копить. Мне осталось вот это легендарное. Как только город станет легендарным, надо будет ставить. Либо Гранд Базар. Блин, я бы Гранд Базар просто ставил. Минус один несчастье во всех городах, это очень неплохо. Но у него, видите, требование, чтобы был рядом с центром города. Так, в картине. Тут у нас на специалистов. Тут как бы особо негде... Знаете, наверное, лесопилки поставлю. А, тут суд можно, кстати. Лесопилки железо требуют. Я тут с железом, хотя у меня плюс 114 вход, но немножко поиздержался. В гипорегиусе бы мне суд поставить. Тут же нету суда, да? Ну, как раз ускорим. Три хода. Нет, вот это классная способность лидера. Так, пять приказов. Лучше сначала морским юнитом похожу. Давайте Тиренейское море открывать. Не воюют ли там Рим с греком? Только с тракийцами. Эти между собой не воюют. То есть там... О, уже даже отношения что-то нормальные стали. Странно, были апсет. А у греков к Риму апсет, между прочим. Ну, то есть расстроены. Да, и там еще у нас, напоминаю, Египет и Вавилон выносят потихоньку ассирийцев. Видите, даже Ашур захвачен. То у Вавилона, а Египет захватил Аркемиш. И вот Дамаск, я не уверен. Я тоже думаю, что это был ассирийский город. Пускай стоит, этим подойду сюда, буду перевозить на другой берег. В принципе, вот эти города тоже, ну серьезно, вот эти три города я должен был заселять. Вот это было бы очень неплохим этим форпостом. Эти за горами тут одна клетка, не знаю, как Риму нападать на меня было, только через морские юниты. Они морские юниты, такое ощущение, что не строят вообще. Но с Римом воевать очень не хочется, потому что он самый сильный здесь, во-первых. А во-вторых, у нас слишком хорошие с ним отношения. Он тоже иудей, как и я. Опа, королева заболела. Ну, шанс низкий на смерть. Она как бы молода. 40 лет. О, новые какие-то звуки появляются. Я музыку отключил в игре, потому что... Когда я стримил, там много поприходило претензий потом. О! Какой-то известный ученый и философ с Дальнего-Дальнего Востока прибыл. И этот иностранец, Конфуций, просит аудиенции с нами. Ну, я бы его пригласил в правление. Конфуций это... Нет, Конфуция... Ну, слушайте, но это не будет новая религия, я так понимаю. Потому что тут конфуцианство невозможно. Тут маниахизм максимум возможен. Зороастризм, кстати, так никто и не принял. У меня он появится, когда я второго Акалита сделаю. Давайте вот это я хочу попросить советников услышать его учение. Мне просто интересно, что конфуцианство будет давать в Карфагене.
Ну, непонятно. Ну, тут плюс 10% культуры от конфуцианства и снижение несчастья от конфуцианства, но это только то, что я вижу, может, тут еще как-то влияет. На цивики влияет? Нет. На науку тоже нет. А вот минус два военных очка от конфуцианства в городе. Ладно. Надо было его великим человеком приглашать. Так, гарнизон тут еще... А, гарнизон можно строить. Не, гарнизон так строится. Ладно, давайте пастбище. Так, лесопилка. Хочу посмотреть, могу ли я тут храм построить. Да, могу. Надо Ctrl зажимать, чтобы убрать улучшение. Давайте здесь... Каменотесов поставим. Так, 2-3 ремы. Сицилия открыта. Ну, видите, на Сицилии только один город можно поставить. На Корсике. Нет, подожди, Корсика это вот это. На Сардинии один, на Корсике один. Алерия. Тут домой плывем. Так, стоим, тут перебираемся сюда. Так, тут я все пытаюсь открыть. Ладно, надо, наверное, подплыть этой трилемой, чтобы туда перебраться. И открыть территорию Рима. Вообще, я отправил в Грецию этого парня. Не пойму, где он сейчас. Миссия. Да, Infiltrate Nation, но не написано какую. По-моему, я в Грецию отправил. Ну, в какую-то по второму разу, в общем. Так, в собрате минера сделал. Минера, шахтера. Так, давайте. Форум архив. Дальше в собрате. Это в Сиге было, теперь собрата. Рабочего тут. Давайте, наверное, вот этого специалиста. 4 хода. Потом форум архив. И... А, это собрата. Господи, что я путаю все название? А что это построил мастер-офицер? Ну, давайте, наверное, 3 рему еще тогда. Нет, давайте форум архив. Второго уровня, а потом 3 рему. Я что-то так и не посмотрел, сколько мне понадобится на Великий Базар. 1000, ну, 600 еды. Еды у меня дофига, вот 1200 камня надо накопить. Когда я уже могу строить... А, блин, еще 11... Блин, я думал, уже следующий будет легендарный. Ладно, 11 лет еще придется подождать. Смотрите, и тут еще прикольно, что они сделали разные... эти ползунки, видите? Если военный юнит строится, то он красного цвета. Если поселенец, то зеленого. Если какой-то проект в цивиком строится, то желтого.
Ну, им бы еще вот этих дисайплов, наверное. Ну, с другой стороны, они все на еду как бы тратят. То есть ты понимаешь, какой именно ресурс в городе тратится в этот момент. Блин, знаете, что я хочу скаута где-нибудь сделать. Не, хотя с другой стороны... Он мне не особо нужен. Ладно, давайте так подойду. Только же по одной клетке я буду подходить. А, ну тут так. У тебя, ну, все открывается. Ничего нету особо. Ладно. Заканчиваю ход. Ну, что-то у меня очень много военных очков накопилось. Я так понимаю, что избыток будет в приказы конвертироваться. А, все-таки в Рим я его запихивал. Ну вот, Рим полностью, тут нету смысла уже дальше. Видите, вот это конец карты здесь. Надо опять в грекам, похоже. Отправим опять супершпиона. Королевская семья Ассирии посещает наш дворец. Во время празднеств принц Герито делает шокирующее заявление о том, сколько он будет самым классным. Ну, 41, 39, вот так. Это, видимо, братья, я так думаю. Не, я думаю, что мы поддержим короля. Потому что, во-первых, я не уверен, что Ассирия вообще доживет до следующего короля. А во-вторых, раз это брат, то следующим наследником может быть сын. У него сын появится, и все. Ага, вон захватили. Ну вот, вот этот город, видимо... Хотя, может, и Египет захватил, кстати. Да, ну, короче, Ассирию там пилят. Жалко, я Вавилон не могу встретить. Наш новый лучник из Гадраметума считает опыт охотников и следопытов. Так, ну, короче, какой-то мы ему дадим... Я бы херболист дал, то есть, чтобы он лечился. Ну, то есть, какую-то прокачку он получает. Ну, наверное, сюда будем перебазировать. Так, посел. Сейчас поселимся тут. Ну, я как можно дальше буду, наверное, сюда буду ставить город. Так, гарнизон, значит, в Сиге можно губернатор. Ну, тут особо нету выбора, я смотрю. Давайте... Суд. А, тут нету еще... Да, тут нету достаточной культуры. Значит, сети поставим. Тут суд можно. Давайте суд организуем. Ладно, шахту. Я просто думаю, в эти три шахты друг на друга влиять будут. И нормально железо выдавать. Ну, как бы смысл особо плавать. Давайте этого как-то выводить. Так, раз, два, три, четыре. Где тут надо встать, чтобы... Ну, наверное, тут встанем. Так, и на якорь. Этого... Да, блин, где он тут стоит?
Выводим. Посел сделал. Больше пока не надо. Строителя может еще... Нет, давайте этого... Дисайпла. Нам надо еще обратить город. И еще этих построить храмов. Перебрасываю армию, чтобы тут вот дальше идти, разбираться. Видите, скоро мы уже соединимся с Египтом. Я так понимаю, что тут два места осталось поставить город, по такое ощущение. Я, может, там уже Египет с варварами разобрался, кстати. Давайте вот так отойду. Здесь вот так похожу. Так. Ну, королева все еще болеет. Что, конечно, не очень. Так, муж перестал болеть, а вот королева все еще больна. В Карфагене нету губернатора. Это, кстати, не королева, это просто похожая фоточка. Ну, даже не знаю. Давайте вот эту на науку. Все какие-то не очень. Иммигранты в Хадраметум. Либо поселиться в Хадраметум. Да во, скауту давать. У меня в Хадраметум и так слишком много лишних жителей. Кстати, я бы их вот после... Не, надо все-таки трех лучников сначала сделать. Так, значит, этот парень. Здесь я заселюсь. Вообще даже марш использую. Сюда и, конечно, барсидов ставим. Форум архив. Все, наконец-то я могу отсюда перемещать юниты. Теперь суд можно. Тоже суд. Стронгхолд не хочу, вот суд хочу. А, это даже министерство, это следующий уровень. А давайте. Следующим ходом колосс будет построен, но я все еще легендарное не могу строить. Почему все еще 11 ходов пишет? Ну, с колоссом побыстрее станет. Все равно непонятно, почему пишет так долго. Давайте, наверное, ускоримся. Видите, одинаковые строения, это все они еще не улучшили. То есть суд и этот... Тут и министерство одинаковые, типа, одинаковые выглядят. Зато, кстати, они добавили уже иконки садовников. Если помните, до этой серии вот тут вопросик был. А не садовник. Так, как нам тут переехать? Значит, на один ход подвинемся просто, потому что не могу я сейчас... до конца подойти. Тут встану, будем ждать. О, генерала могу. Анбар. А этой могу добавить? Ой, лучше этому добавлю.
героиня Анбар. Получает опыт от битв. Ну, я, наверное, если что, то Египту войну объявлю, если там он займет. Ну, по-моему, не занято все еще. Как вообще у Египта сила такая же, как у меня. Так что можно подраться. Так, этот у нас стоит. Скаут. Поехал. И две морских. Давайте сюда подойдем. Ага, руины исследованы, как минимум, Египтом. Ну, море я практически открыл. Вот прикольно, что тут вот эти карты не... неправильных очертаний. То есть не просто там прямоугольные, да? А вот... есть необычное всякое. Нету кучи этой пустыни. Так, колосс достроили. Ну, опять же, видите, у всех чудес нету никаких шкурок, только шаблоны такие стоят. Так, ну и сколько? 8 ходов. До легендарного города. Кстати, легендарный город тоже дополнительное очко дает. То есть вы получаете очки за количество городов. Политические реформы, военные реформы, экономика. А что за реформы, интересно? Это где-то в законах? Да, вот монетарная реформа, видимо. Хотя не знаю, только одна называется. Одна называется реформой. Ну... военные, может, это вот тут в науке, вот эти реформы имеется в виду. Вот политическая реформа. Да, то есть вы таким образом вы можете как бы науку использовать для победы. Если вы впереди по науке, то вы можете очки там получать. О, прокачались. Ну, губернатором больше денег. У меня денег дофига капает пока. Давайте, наверное, на мудрость. Свадьба вашей наследницы, принцессы Имимчи и принца консорта Эшмуназара. В смысле, а меня кто-то спрашивал, чтобы ее замуж выдать? Что за фигня? Что-то я не помню, чтобы я соглашался. Так, маленькая приватная плюс одна дисциплина. Всем семьям плюс 20, конечно, у нас тут по семьям. Вообще, по-моему, все в восторге. Не, давайте плюс 80 культуры, конечно же, в Карфаген. Нам надо быстрее легендарочку получить. 7 ходов, отлично. Улучшить отношения, ну, конечно, с Римом. Зачем мне Ассирия вообще ее там выносит? С Римом, ну, правда, 520 еды ему отправили, ну, что поделать. Так. Губернатор в Ламбоесе. Вот это и еда плюс, и наука плюс. И колосс завершен. Что он нам дает? Увеличивает границы. Увеличивает торговую сеть. Не знаю, что это значит. Блин, я же там дорогу, кстати, строил. Я забыл, я же этих рабочих в другое место отправил. Плюс 8 культуры вход, плюс 5 десятых приказа за каждый уровень культуры. И все новые юниты во всех городах начинают с прокачкой защиты. То есть у них плюс 10% защиты, когда их стреляют. Так, провести парад в связи с этим. Но у меня как бы военных очков и так дофига. Статую посвятить фамильному предку. Семейному предку. Да, плюс 2 культурных. Сделать скульптора аристократом. Плюс 2 культурных уровня в Карфагене. Он стал легендарным? Да, легендарный 2 уровня. А это значит, что мы тут можем уже чудо строить сразу. Великий базар. Правда, у меня пока ресурсов нету на него. Давайте глянем.
Мне 1200 камня надо. Но, в принципе, я бы 3 хода подождал. То есть я бы сохранил этих рабочих здесь, чтобы особо не мельтешить. Кто умер? Дядя умер. Ого, сука, у меня там рабочих тусило в колосе, оказывается. Я выполню свою амбицию. 43 года, должна дожить. Должна дожить. Так. Жители Карфагена. Ну да, почему нет, давайте стены построим. Ну как бы за один ход я, конечно, трачу 40 камня, но зато это быстро строятся стены. Ну давайте, может... Мне просто сейчас 7 приказов точно не надо. Хотя, с другой стороны, войска перебросить попытка. Ладно, давайте приказы возьмем. Так, я вот тут, по-моему, строил дорогу. От Аузии к Гипорегию или... Да, вроде да. Да, вот тут я вижу, дорога какая-то есть. Значит, давайте продолжим дальше ее строить. Пастбище. Что-то не видно никаких варваров тут. Что немножко удивительно. А, давайте, может, скаута вперед. Чтобы он больше исследовал. Да, что-то по пустыне армия, конечно, вообще медленно. Да, нету варваров. И что-то новые не появляются. Странно. Это странно. Что там пустая такая территория? И Египет не заселяет ее, кстати. Так, тут надо перебраться, наконец, на мой берег. Давайте вот сюда. Ну, и этой триремой, не знаю, сюда поплыву. Тут уже полностью открыто. Сиракузы, Мальта видна. Так, ну приблизительно все понятно мне. Сестричка заболела. А, так это наша сестра. А что у нас нету? Подождите. И шпион. У нас нету наследников? А, смотрите, оба умерло. Блин. Вот тут что-то начинаются проблемы с династией. Ну, хотя довольно много и так имеется. Но эта легитимность, кстати, упадет, если передавать. Да, то есть детей уже больше не будет, видимо. Хреново. Хреново. Кстати, у сестрички тоже нету детей. У нас вот на этого парня только... надежда. Да. Ну, тут уже надо будет внимательно. Так. Шпион Грецию исследовал в очередной раз. Ну, вот Греция тоже как-то вот тут не заселяет. Видите, вот тут вот явно места есть. И это не... О! Это греческий город, не пойму. Да, греческий. А, ну да, Византия. Что это я?
Мне показалось, что это грек у кого-то захватил. Так, уже Тарсус захвачен у Ассирии. Ну, а у Ассирии, короче, осталось два города. Нисибус и Мари. И Ассирии не будет скоро больше. Так, ну давайте попробуем еще раз Египет посмотреть тогда. Раз. Уже тут всех по очереди посмотрели, реально. Второму разу идем. Генерал Файрус. Сострадательный тетя. Слишком старая, чтобы продолжать быть генералом. Ну, у нас вот есть Тулат из Сабраты. Назначим тоже неплохой генерал, кстати. Почему нет? Так. Карфагения сетлера сделали. Уровень легендарный. Ну, то есть я тут жду только, чтобы камень накопился. Поэтому я ничего на камень, пожалуй, не буду строить. Ну, давайте еще сетлера тогда просто. Что тут выделывать? Или давайте какого-нибудь спеца. Ну, в монастырь. Не в монастырь, в храм можно. Можно вот... А, ну тут у нас стоит вообще уже рыбак. Давайте, наверное, в храм. Что у нас сейчас специалисты очень быстро делаются. Потом еще вот этого можно. Так, два хода, три хода. Так, а в Аузии фестиваль закончился. Опять же, ничего пока на камень не ставим. По той простой причине, что... Давайте песца направим. Вот это сообщение, что мы копим на легендарное чудо. Сколько нам надо? Мы решили великий базар строить. Нам надо 1200. Угу. Ну, следующим ходом я, наверное, куплю просто камень. Тем более там накопится еще дофига. Так, этот поселенец у нас плывет вот сюда. Пастбище построено. Тут я Один построил. А, я дорогу строил, блин. Я дорогу строю. Так, давайте продолжу дорогу. Надо не забывать, что я здесь провожу дорогу. Постоянно как к этому... Так, а почему я тут дорогу не могу... А, она сверху просто не попала в кадр. Ну, тут не надо камень потратить уж. Так, здесь мы сети ставим. Потом вот в этом месте у меня будет порт. Так, тут мы стоим, ждем следующего хода. Аж четырьмя. Начнем. Так, давайте пока скаутом походим. Что именно скаутом лучше всего территория открывается. Ваши обычные юниты только соседние клетки открывают. А, нет, слушайте, есть руины. Блин, тут место только для одного города, оказывается. Я думал, тут два можно будет сунуть. Так надо будет сюда ставить. Киренаика. Это, кстати, где сейчас Триполи находится. Нет, наверное, нет, не Триполи. Бенгази. Вот тут Бенгази находится. А Триполи где-то здесь должно быть. Как раз либо тут, либо тут. Так, ну что, тут варвары тусят? Блин, весь Крит просто в варварах. Ладно.
Поплывем лечи. Слушайте, смотрите, когда выбираешь трирему, это не подсвечивается, а когда выбираешь скаута, подсвечивается. Хм. Ионийское море. Так, тут я уже, по-моему, все исследовал. Боже, у Рима все клетки в юне так просто. А, слушайте, а вот и морской. И что это, я не пойму. Это Берема, то есть. У нас Трирема посильнее так-то будет. Если что. Ладно, я буду пока тут держать. У меня получается нету смысла. Ну что, с Египтом повоевать, я не знаю. Тем более у нас вон он зол почему-то на меня. Интересно, почему? Давайте посмотрим. Мы генералом своим на него. Наша сила. Ну, сила, я так понимаю, что он сильнее, поэтому минус 14. Хотя нет, вот тут явно Рим наш, нас намного сильнее, но тут никак это не сказывается. А, все-таки когда мы сильнее, тогда к нам хуже относятся, во как. Интересно. Мир с его врагами отказывался, отказался дать подарок. Ну, короче, пускай Рим, ой, Египет страдает, мне так кажется. Вообще, я тут постою. Не, вообще, с другой стороны, 20 приказов. Чё стоять? Надо двигаться. Да, по пустыне вообще, конечно, грустное перемещение. Тут главное это место никак не застолбить за собой. По идее, я так понимаю, что Египет тут должен был города ставить просто. Это его свободные места. По какой причине он не поставил, это другой вопрос. Прикольно, что в Хадрометуме юниты строятся сразу с тремя прокачками. Защитник... Против племен и лечитель. Я тут поставлю в этой... В стреляшишной. Чтоб там прокачивался лучник. Ух ты, я даже уже по очкам на первое место вышел. Ну это за счет чудес, конечно. Но все равно приятно. Все. Королева больше не болеет. Отлично. И начинаем чудо строить. Так, у нас 900 камня. Тут требуется 1200, но мы заплатим 427. А нет, почему-то не могу. А, мне еще Ctrl надо, чтобы ферму зажать, да. Ну, понеслась. Видите, тут сразу 5 лет показывают, потому что тут сразу у меня стояло 4 строителя. То есть они сразу учитываются. Камня нет, просто на дороге. Ну, давайте еще этого добавим строителям. Чем быстрее легендарочку закончим, тем быстрее амбиция пройдет и еще одну очко победы получим. Так. О, нам нужен... Так, в Зевесте я построил храм, там есть храм. А в Хадрометуме где храм?
А в Хадрамету-то храма нету? Он должен быть как-то рядом с чем-нибудь. Вообще гностицизм могу, но он тогда исчезнет. Блин, ну пол науки за каждого специалиста, это, кстати, круто будет. У меня специалистов уже прилично. Я, наверное, не могу храм, да? Должен быть либо рядом с городом, либо рядом хотя бы с одним тайлом. Ну, я вот здесь могу, кстати, храм поставить. Нет, все равно... тут не хватает камня, но камень купим. Все, ставим храм. Это четвертый. Ну, давайте к чуду добавим. Три хода. Великий базар. Так, ну, наверное, два хода не будет, если сейчас добавлю. Да, не будет. Ну, ладно. Так, опять же, тут храм есть. Кстати, нету храма в моем святом городе. Ну, в общем, тут, значит, и надо поставить храм. Пятый. В Гипорегиусе. Что мы достроили? Ага, это вот Дисайпл. Давайте еще Дисайпла. Нам надо еще распространить религию, да и основать. И даже не основать, я бы следующим Дисайплом... Вентилирование новое, я бы гностицизм принял. Слушайте, я же так могу быстрее даже юниты перебрасывать. Просто если я вот здесь где-нибудь поставлю трирему, быстрее по морю будет перебрасываться, чем так по суше ходить. Слушайте, ну я уже почти все море открыл. Собираем все юниты там в кулачок и пойдем Египет захватывать. Какой-то злой. Так, ну что там Ассирия? Два города. Ну, конечно, с Грецией. Так, подождите, а еще что мы еще можем? Вдохновляющая. У нас, так как у нас королева вдохновляющая, то мы можем их обоих вдохновить. Либо просто улучшить отношения с Грецией. Не, давайте лучше обоих вдохновим. Ну, Ассирии тут мало осталось, прямо скажем. Два города. И они там явно... Он же в войне, да, с Египтом? Да. Египет там явно его забирает. Так, это тоже барсидский город. Форум архив пока. Наконец-то могу этого... лучника вылечить. И вот здесь, например, я поставлю как-нибудь... сколько клеток? 4, да? Вот как-нибудь так, трирему. И это мне поможет очень быстро перемещать юниты. О, длиннолучники открыты. Отлично, бесплатный Эксман, нафиг не хочу.
Библиотека — это улучшение в городе надо будет строить. Вообще, что у нас тут? А, библиотека к чему-то там ведет, что я отмечал. К драмонам, да, значит, библиотеку открываем. Так, тут я дорогу продолжаю вести. И здесь в другую сторону дорогу надо. Что у нас, видите, Аузия и Ламбоези не соединены, так как они не на море. У нас, в принципе, кстати, и Сига не соединены, тоже не на море. Вот тут города на море, видите, вот значок соединения. Ну и, соответственно, это и дает еду, меньше денег тратится на содержание города. Слушайте, ну, видимо, мы можем и тут тогда дорогу вести, только к Ламбоези уже отсюда. Так, давайте рабочего. Даже Гадес соединен, потому что он рекой соединен с морем, а, соответственно, дальше совсем. Если город на море стоит, он со всеми соединен. Так, тут лучника закончили. Блин, тут куча жителей. Я думаю, что надо специалистов сделать. Вот если вы тут повышаете, то это не тратится жители. Поэтому давайте вот на каких-нибудь таких крутых потратим. Это 3 жителя. Давайте в святилище еще. И одного еще жителя можно будет сюда, в храм, когда построится. Так, скаутим тут потихонечку. Сейчас откроем. Ну, примерно понятно. Территория, хотя хотелось бы всю карту открыть. По-моему, даже есть такие амбиции открыть там какой-то процент карты. Мне бы как-то с Вавилоном встретиться, поэтому сейчас буду пытаться этим скаутом до Вавилона добраться. Тут я собираю армию, потом я ее апну. Здесь, тем более, у меня лучники нуждаются именно в апе. Так, все, тут стоим. И давайте генерала добавим. Или мне лучше к лучникам добавлять? Я думаю, мне лучше к лучникам добавлять. Я фортифай не ставлю, потому что это тоже трата приказа. Странно. А, тут нету уровня. Давайте щитовики, чтобы меньше урона от стреляющих юнитов было. Против генерала 20%. Ну, можно прокачать так. Очков военных 150. О, у меня дерево дофига. Давайте пока уровень дадим. Это против рукопажных 10%. Это 10% против пехоты. Даже не знаю. Даже интересно, кстати, какая армия у Египта. Ну, на лес точно не надо брать, там, по-моему, у Египта особо много леса нету. Ладно, давайте против пехоты возьмем, хотя, мне кажется, у них колесницы будут. Так, 6 приказов осталось. Храмы 5 ходов, 5 ходов. 2 хода Великий базар строится. Не, ну это точно мы выполним амбицию.
Канцлер умер, блин. Зато Египет полностью открыли. Так, надеюсь, в канцлерах у нас какой-нибудь крутой чувак. Нет, два. Ну, таких два одинаковых. Барсидов или дедонийцев брать вопрос. Дедонийцев. К ним как-то хуже отношения. Что-то не улучшилось, правда. Так, сколько у нас тут генералов? Один. Блин, какая-то она... Нет, давайте пока не будем никого брать. Как-то не храбрая. Давайте городские районы атаковать плюс. Но она, правда, против генералов, конечно, 20%. А, этот юнит и так имеет эту прокачку, когда нафиг надо. Просто поплыли. Вот, смотрите, видите, за счет этого трирема я прямо вот сюда могу выплыть, вообще зашибись. Как по железной дороге. Так, что у нас тут с рабой... О, вот здесь у нас запланирован порт. Мы дорогу продолжаем вести. Пастбище. Давайте вот здесь каменотесов. Тут дорогу в эту сторону ведем. Здесь сюда навстречу. Лесопилку. Ну, вообще, да, у меня меньше всего именно дерево накапливается. Ладно, давайте лесопилку. У меня вообще уже по ресурсам очень круто валит. Так, этого переводим. Этот спит. А я же где-то делаю сетлера, если чё. Да, в Картене один ход. Отлично. То есть мне вот тут надо город. Это последнее место, где я вообще могу просто город поставить. В принципе. Видите, одну очку еще, то, что легендарный город имею. Ну, мне кажется, по очкам тут победить будет сложновато, а вот по амбициям вполне. То есть у меня уже половина амбиций, вполне вот еще две уже практически выполнены, то есть три амбиции. Но, конечно, все с каждым разом все сложнее. Так, тут все открыто. Ну, есть у меня на море еще какие-то неоткрытые. Ну, вот здесь, если только. А смысл плавать с другой стороны? Блин, а я так и не сходил к этим руинам. Кстати, я побежал скаутом. Да. Ну, я могу же тут сюда вроде... Нет, не могу. Да, слушайте, это, по-моему, они в новом патче сделали, что только скауты эти руины собирают точно. Что-то там в патчноутах подобное читал. Так, немножко попрокачиваем юниты у тех, которые немного требуются. Нет, тут 300, 200.
Ну, 140 тоже. У меня просто очков этих дофига. Это фокус третьего уровня уже. Мне надо, кстати, сюда генерала к этому слонику добавить, я думаю. Ну что, великий базар строится. Что там с Ассирией? Все, никак ее не заберут. Да ё-моё, как вы так... Как вы вообще копьями можете дострелить? Так, амбицию выполнили. Даже перевыполнили чуть-чуть. Сейчас посмотрим, что он нам дает. Так, великий шпион. Ну, давайте вот храбрость к нулю. То есть немножко похрабрее станет. Ну, куда его опять отправить? Египет он уже полностью опять обсмотрел для меня. В Грецию, что? Ну, как-то у него немного... Немного... возможностей на самом деле пока. Я думаю, это будут еще какие-то механики будут добавляться, потому что, ну, спаймастер вообще что-то немного всего может делать. Ладно, не хочу 500 монет сейчас тратить. Итак, великий базар дает минус одно счастье во все, минус одно несчастье каждый ход во всех городах. Отлично. Следующая амбиция. 8 городов захватить. Ну, я, конечно, собираюсь с Египтом, но это долговато будет. Scholarship и Волтинг. Причем я Scholarship уже открываю. А Волтинг это где? Так, вот это Scholarship. Ага, вот. А почему оно закрыто? Что требуется, чтобы его открыть? Тут эти кафедральные соборы можно будет строить. Требует открытия архитектуры. То есть через архитектуру надо будет сначала. Ну, в принципе... Мне кажется, вот это более быстрая амбиция. А эти что хотят? 20 старших специалистов. Ну, у меня, в принципе, какая-то часть уже есть. Но вот это, мне кажется, побыстрее будет с наукой. Тем более, я сейчас приму гностицизм, у меня науки еще больше станет. Так что давайте вот эту амбицию я поставлю. Так, тут спеца сделал. Давайте еще поэта и старшего писца, и потом каменотеса. Вот так. В Картене что? Во. Сделал поселенца. Ну, тут давайте сюда спеца. Потом сюда. А здесь дисайпла. Это я хотел... Знаете, я его потрачу на гностицизм, я думаю, прямо сейчас. А тут продолжу форум и архив пока. Примем гностицизм. Ну-ка, сколько мне это... Вот сейчас у меня 200 науки. 208. Ну, такое, это за каждого специалиста в храме только, что ли? Да, похоже, в храме. Значит, мне в храмах надо спецов делать. Еще тут сюда будем. А, тут нету жителей, блин. Через 4 хода новый житель появится. Так.
Так, сюда определили. Тут храмы строятся. Вот еще у нас храм. Сюда надо спецов. Раз мы гностицизм взяли. Так, вообще у меня 3 храма. Ага, тут нету жителя еще. Ладно. И этот посел у нас на последнее оставшееся место плывет. Вот сюда я его буду ставить. Значит, как мне туда доплыть? Так, пока он только вот сюда добирается. Вообще, если у меня останутся сейчас приказы, то я его дальше еще отправлю. Так, давайте. Суд построим. Что мы тут еще можем? Да вроде ничего. Так, давайте часть тогда рабочих сюда перебросим. 2 Одного сюда, другого сюда. Вот так мы их распределим. Что, вот так вот рабочий может в море оставаться в конце хода? Не ожидал. Так, опять сюда. Может, и когда трирема так вот стоит, он может оставаться. Как-то я дорогу тут строю. А почему дорога недоступна? Я тут не построил, что ли? Да, блин, как так-то? Да не, подождите, как-то странно. А, блин, я не ту эту выбрал. Тут немножко дебильно сделано, по моему скромному мнению, фильтр возможностей рабочих. Так, сейчас, по идее, Ауизия должна быть соединена. Нет, пока... А, вот, появился. Появилась иконка соединения. Так, здесь я тоже хочу дорогу. Этого тоже туда пока. Следующего рабочего сюда. И этого сюда. Блин, тут рыбы были, надо было сюда отправить. Обрабатывать. Блин, опять подставился под какие-то выстрелы, блин. Ладно, я... Я, наверное, где-то вот так встану на якорь. Этот спит у нас, этот спит. Спит. Лечится. Ну что, можно уже апать, наверное, раз он тут стоит. Давайте. Ресурсов дофига. И этого апнем. То есть, вот можете сравнить, что обычный лучник у нас... Точнее, длиннолучник 9,6. Ну, у него тут friendly family, давайте 9 будем считать. Потому что плюс 20% 9. У него, хотя базовая 8. А, ну да, 20% от 8, 1,6. Базовая 8 сила у длинного лучника, а у обычного лучника базовая 5. Так что на 3 силы плюс. Это, блин, убойная штука. Ну и на этом я закончу серию. Прямой наводкой идем к победе. Кажется, очень неплохо. Баал-Зебель правит Карфагеном.
Кстати, а что у нас... В итоге я вспомнил, что у нас есть проблемы с наследованием. В гипорегиусе губернатора. Блин, нифига себе. Какой чувак, как он мне будет экономить? Подожди, минус 50%. Не, минус 50% содержания, я так понимаю. То есть, наоборот, будет плюс 35. Ну-ка, глянем, хочу поставить. Да, плюс 35. То есть, он содержание на 50% содержание здания уменьшает. Так вот, у нас есть проблема с наследованием, потому что оба ребенка моей королевы умерли. В младенчестве прямо. И, кстати, и наследница уже умерла. То есть вот у нас следующий. А этот чувак, у него с дисциплиной не очень. Так, я бы поменял закон по поводу наследования, честно говоря. Слушайте, а может мне его убить? Лучше как бы менять закон, да потом опять надо будет менять, понимаете? Блин, ну это слишком молода. С другой стороны, пока королева не собирается умирать. Сама по себе. Конечно, харизматичная. Не дисциплинированная, но харизматичная, с другой стороны. В принципе, почему нет? Это все левая ветвь этих нелегитимных сыновей. Блин, ну я не знаю. Ладно, оставлю пока как есть. Посмотрим, как оно будет. Как у нас тут с семьями? Все отлично. Как с другими цивилизациями? С Римом хорошо, с Грецией хорошо. Египет возбухает. Ну, собственно, за это и получит в будущем. На этом все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!